боже. Целая страна херит, понимаешь? Каждого мужика. И ничего. А у нас это смешно. Так, итого, здравствуйте, господа, товарищи, зрители, с вами Киса и очередная игра Ring of Elysium. Вот так странно, у меня не прогрузилось ничего. О, теперь прогрузилось. Так. Юмпа, здравствуйте. И еще раз Юмпа, здравствуйте. Не пойму, пошла ли у меня трансляция или не пошла. Вот у меня как-то очень странно все это работает. То показывает, то не показывает. То дает сигнал, то не дает сигнал. Про Дискорд я вообще молчу. Дискорд раз на 100, наверное, вариантов работает. Из 100 случаев срабатывает бот. Все очень как-то странненько. Но зато, кстати, OBS теперь не теряет Дискорд. Так, английский, английский, английский. Моя твоя не понимать. Витю? Хорошо. Я так понимаю, ты теперь фанатик Витик, да, стал? Ух уж. Ау! Блин, больно, однако, так падать. Слышь, Вить, ты где? Тут тебя хотеть. Хочешь Ремингтон 870? Не 700. Это ты? Да. Замечательно. Так, лишнее хочу выкинуть. Так, как-то мне уже и места нет. Чуть как-то меня уже и места нет. О, сработал бот. Да ладно. Ничего себе. Вот это да. MPX. О, кстати. Надо же забрать хотя бы первый. Гроза. О, Г-28. Хочешь, снайперка? Мосин у тебя? Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Ну все, если Мосин, то хана, да, я так понимаю нам. Пятерок нет совсем. У меня куча пятерок. Интересует куча пятерок. Ага. Ну, это тебя возьму. Мы в зоне. Да вообще замечательно. Вообще просто кайф. Просто. Ну давай, лезь. О! Прикольно! А что, он так автоматом, что ли, скидывается? Или я на Т нечаянно нажала? Я не поняла. По... На F... Я про аэроплан. Аэроплан на F-ку? Ничего себе. Так. Короче. Есть что-нибудь на иксах? Лишнее, желательно.
Ага, ты здесь полазил, так чувствую. Гроза без патрона. Нет вообще. Понятненько. Так, вопрос. На F-ку. Надо, короче, залезть на верхушку, да, я так понимаю. Нажать F-ку. Блин, у меня уже фул. Иди забери у меня пятерки, пожалуйста. У меня их до жопы много. И места не хватает. И здесь их очень много. И здесь их, ну, прям очень и очень много. Так. Что ты делаешь? Тренируешься? По мне? Опа-на. За деревом. Па-да-ба-ра-па-пам. Где за камнем? Второй где? Второй там же, да? Меня сейчас будет, короче, рашить, я так понимаю. Опа! Я слышу шаги. Давай погибнем смертью храм. О, вижу. Блин. С пятерками. Где он? Прям вот тут. А он вообще справа был. Ёпрст, я даже не видел, как он туда прошмыгнул. Он, короче, вообще обошел еще дальше. А как он прошел через дорогу, я так и не поняла. Вообще не туда смотрела. Как он прошел через дорогу? Я слепошара, да? Я слепошара? Блин, я слепошара. Не, я одного видел, который прям буквально передо мной был. Он потом спрятался. Другой не обходил, другой был слева. Тот, который был передо мной, он как-то успел, пока я перезаряжалась, грубо говоря, прибежать через дорогу и выйти там уже из этого, из забора. То есть он как-то перебежал, пока я смотрела куда-то вдаль, по ходу дела. Ну, слепошара, ладно. И гроза у меня была не заряжена, почему-то я ее не зарядила. Короче, стартуй. Вообще, думаю, это ты опять стреляешь кого-то и как-то думала, блин, опять тренируешься, что ли? Не обратила внимания. Поэтому не люблю, когда стреляется вот так вот. Кто-то стрелял, ты уже потом привыкаешь, что кто-то из своих может стрелять, и не обращаешь на это внимания. Как там в шутку многие любят, знаешь, пострелять по друг другу.
это все неправильно. Очень игра нашлась. Замечательно. Как заставить видеть то, что ты не видишь? Вот как сделать магию, а? Как научиться стрелять в точку нужную? Вот тоже магия. Гость ко мне заглянет на стримчик позже. Как это мило. Гость у меня самый-самый верный зритель сейчас, в принципе. Каждый день ко мне заходит прям... Брат мой стал уже прям... Так, я не полетала даже и 5 метров, по-моему, на своем аэроплане. И он, кстати, очень тяжелый, вообще очень тяжелый. В сумке вообще места почти не остается с ним. Очень жутко. Ну, блин, квест делать надо. Как насчет того, чтобы прогуляться в этот город? Потому что можно забраться вот типа... О, у нас там гости. Забраться на гору справа и оттуда, так сказать, лететь, полетать. Ну, если, конечно, мы выживем. Ой, кто-то зашел. А, енот заговорил. Да, ну давай куда-нибудь другое место. Ну, сейчас, по-моему, везде... Быстро, быстро, быстро решать, быстро решать. Давай вверх, 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 вверх. Сейчас везде много народу. Мясо сплошное. Смотри, 3 склада там, 4 склада там, 0,2 склада тут. Сигу Кастл. Прям народу, смотрю, стало играть много, да? Сутричка. 60. Немного. А помнишь, когда мы с тобой только начинали, здесь еще куча твинотек было, ботов? Ты убиваешь их, прям так радуется душа, типа, е-е-е, я могу, я крута. Я крутая. Я не рукожопка. О, Витя, хочешь Витю? Да. Иди ко мне, Витя на 2-м этаже в углу стоит. 5-3 минуты. Еще один Витя стоит. Ничего себе. Ничего себе. Че ты уже лутанул, скажи? Чтобы я туда же не ходил. Этот домик лутанул? Ну, походу, да. О, мне звонят.
Привет, привет, привет. Простите, ребят, я просто по телефону говорила. Мне надо сделать работу. Как тут, блин? Дельтаплан, открывайся. Сейчас на гору залезу. Попробую еще раз, говоришь, F-ку. Обязательно нужно сверху, с дома, с крыши это все запускать. Или, может, с горы. О, 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 что-то работало, что-то работало. Видела букву F. Ну, блин, хочу еще раз на горку. Поехали. Ай! Блин, недолго. Черт. Так нечестно. Ну что это было, а? Какие-то фелькинограммы-то, а не катание. Так, это мне тоже надо, и это я не одевал на себя еще. Хочу здесь с высоты прыгнуть. Не надо. Мосинку? Не хочу мосинку. Бери сам. Или ты боишься? У меня ни прицела, ничего нет, нахрена не носенька. У тебя 8x? Ну, так одень себе. Лишнее. 60 патронов. Так. Короче, я хочу отсюда слететь. Я смогу отсюда слететь? Нет! Ух, блин! Че, дважды, что ли, раз нажимаю? Два раза нажимаю? Почему он мне скидывается? Да нет, ну, господи! Киса пытается полететь. Блин. Нет, с этим, с сноубордом мне поприятнее кататься. С той крыши можно полететь. Я с крыши пыталась, я нажала, он меня прыгнул на него, и потом через шаг остановился и скинулся. Маленькая высота. Не нажимаю ВСД. ФСД. Надеюсь, можно сверху? Можно. Давай, поехали. Сейчас попробуем отсюда. С разбега. Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам. А как же наверх лететь? Блин, ну что-то маловато. Что-то как-то маловато, я бы сказала. Машина. А это твоя? Оп. Ты предлагаешь мне с твоей крыши сесть полететь? Поехали. Ладно. Так. Все заряжено. Прям в дом. Чпок. Ну, уже дальше, чем было. Ну, блин, да, действительно, дальше, чем было. Есть прогресс. Фигня, 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 фигня. Чё надо? Ой, я тебя не слышу. Точнее, забиваю за тебя разговор. Ты говоришь, тише, чем там. Пятерки нужны? Иди сюда. Да иду, 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 иду. О, прицельчик еще нашла. Полетели. Ух. Так. И что? Предлагаешь с этой крыши? Привет!
скатывается. Ну! Черт, я не могу это сделать. Конечно, хоть четвертым. Я это сделать не могу. Ну, блин, давай. Ты вылетел? Понятно. Бывает жизнь огорчение. Оба. У нас здесь гости. А ты меня бросил? Блин. А я из красок стреляла. Ёкаломаны. Енот. Прям к тебе. За этим домом. За этим домом. Вон, к тому дому побежал. Да, к тому дому побежал. Привет. Привет. Смотри, дом, который сарая, видный. С краю. Он там. Понятно. Ты вылетел. Блин, а ты стоишь на месте и бегаешь. И как бы в тебя сейчас не попали, чё я боюсь. Здесь кто-то стрелял. Да, ты на месте бегаешь. Тебя бег на месте, дисциплина берется. Такой. Причем задом. Машина. Ох, енот, как бы тебя сейчас не пристрелили. Как бы тебя сейчас... Блин, енот, тебя расстреливают. Сволочь такая. Тебя подстрелили, короче. На открытом месте прям стоял, на месте бегал. Давай, давай. Ну-ка попробуем. Блин, я не могу. Ненавижу этот план. Почему гнорщица? Пытаешься его победить? Я пытаюсь запустить. Полетать 5 километров по квесту. Ну так думаю, забью на этот квест. Мне больше нравится другое. Я тебе могу показать, как изи вообще пройти этот квест. Залезть на самую высокую гору и просто спрыгнуть, лететь, 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 а потом сдохнуть, сделать квест, но зато... Нет, почему сдохнуть? Ну, в том плане нужно, короче, резнуться на самом высоком месте, да, какой-нибудь горе. Короче, я покажу тебе метку там, прям, ну, вообще, там, изи-изи. Изи-изи. Там, как бы, и лута хватает на склад, и потом, как скипнется зона... Я сказала, есть Андерсон, одно место еще, вот один человек со стрима, и один ты. Так понимаю. Четверо человек. Да ёпрос это, я даже запрыгнуть не могу. Чё, что говорит про для план? Машина. Когда играете, мы к ней, я выйду в лобби. Ну, играйте. Я одна осталась. Енот бегом трусцой закончил этот гейм. О, привет. Кто-то там у нас стреляет, а мне, в принципе, перезаряжено. Если ты про грозу, то уже не гроза в руках. Блин, открытая местность такая. Если учесть, что справа там еще возле моего дома были люди, и они, соответственно, тоже сейчас бегут где-то вот тут. Вообще красота. Грозу. Надо потише данные сделать. Не знаю, я ничего тебя не слышу. А, ну все, тогда отлично. Там дроп рядом со мной. Лететь. Не летят утки, я почти вместе. Не летят утки, сейчас прилечу я тоже. Залезай же, залезай. Так, ну я почти у зоны. И у меня 2 минуты низкого старта.
Что мне нравится, они здесь не исправили эту еще фигню. Когда ты смотришь прицел, то вокруг тоже можно смотреть прицела. Пупки, по-моему, это уже поправили, и прицели видно только хорошо, все остальное плохо. Машина, да? Машина. Ты вот, что? Да. Машина. В смысле, нет, не поправили. В пупке, вокруг прицела, короче, по-моему, все мутно, если не ошибаюсь. Все плохо видно. Только в прицеле видно хорошо. А тут и в прицеле, вон ты про что. Да, и, да, и да. Вокруг прицела все хорошо видно. То есть приближает полностью экран, а не только область прицела. Так, по факту. Енот без микрофона, что ли? Енот на работе, да. Он со мной общается силой мысли, ментальной силой. С ним. В стиме он мне пишет, я его читаю. Он рукастый парень, успевает и убивать, понимаешь, такие написать. Одна рука убивает. Привет, Олег. Одна рука убивает, другой кофе пьет, а третий мне пишет. Ну, где третья рука, точнее, которая река из трех пьет кофе, да, тоже определите сами. Так, ты еще живешь, да, там? Пока да, я пока живу. Я тогда быстренько чайк сделаю. Ты что, уже сдох? Я? Ты в мясцо пошел? Ну, я соло со складами играю в мясе. Вот оно что, Михайлович. Так, 4 секунды, ждем зону. Куда она попрется? Сейчас, приду минутку. Блин, у меня слышно, нет, как соседи сверлят. Где-то там за елками. Да за пригорками. Дайте я погибну, как, не знаю, как последние. Ой, я, кстати, еще в зоне нахожусь. Как это мило. Хоботом своим кофе пьет. Засасывает, да, я бы сказала так вот. Под елку залазь. О, баба. А это уже рядом со мной совсем. А это уже совсем-совсем рядом со мной. И я здесь не могу залезть вот так. Могу теперь. Где-то тут. Лежу такая, свечу попой. Слышно, да? Сволочи. Кто ж там ремонт-то хочет делать? А, живите в старой квартире, соседи. Ну. Выходи. Итого, ребят, 16 живых, я одна. Пока одна. Сейчас буду со всеми в лобби находиться. Тишина, слышите, вообще гробовая. А, тут еще и дроп падает. Ох, я его не вижу. Но там уже чувствую на подходе к дропу и начинается жара. Все за елками, все за елками, да за иголками спрятались. Неужели сзади никого не было? С такой большой карты должны были быть люди. Я такая, знаете, типа лежу такая, говорю, что-то сзади никого нет. Бам, в голову прилетает сзади. Нифига не вижу. Ладно, по факту у нас есть время. Еще время. Можно тоже хоботком кофе-то попить, а? Засосать в себя. Пол-литра кофе. Все, я тут. Ты тут, а у меня еще здесь дятлы встречают, а стучат. Такими перестреливают, перестукиваются с друг другом. О! Я вижу огонь. Это же огонь? Каким хоботом? Приклеиваем.
Вот где-то тут, кажется, да? Огонь сейчас. Андула был. 10 живых, ребят. Ну вот видите, я дожила до десятки. Как минимум до десятки. Как максимум там, наверное... О, 9. Давай еще одного. Еще одного, говорю, давай. О, ты работай, работай, крошка. Прям там упорно так стараются подстрелиться. А я лежу на горке, никого не трогаю. Оба-ба. А это уже с этой стороны. Блин, ну ты так, конечно, лежишь, маслинка тебе должна прилететь. Я же говорю, я сейчас жду, пока мне сзади кто-то это чпокнет в голову с первого раза. Вот видишь, тоже кофе захотел хоботком пососать. Еще один. Это такой звук, как будто СКС стреляет. Но я так понимаю, это из дропа, да, упала пушка? Во, и мне вон тудысь. Вон тудысь. Ну, самое слева, да, вертолетик? Справа от меня, но сейчас прямо надо идти. Слева его от меня чуть-чуть будет. Уже... Ну, блин, ребят, что сделала до сих пор 9? А? Ну, плохо работают. Что радует, ребят, что с моей стороны пока не было выстрела, следовательно, эту сторону будет меньше мониторить. Такая короткими перебежками. От елки к елке. Бегу к вертолету. Блин, у меня за горкой ничего не видно. О, один уже залез. А можно я тут прямо его стрельну? Смотрите, как хорошо лежит, сидит. Ну, однозначно, что там кто-то сидит, кемперит, да? Я думаю, что да. Кемперят же, кемперят, блин. Ну, давай, попытайся залезть. Дай хоть в кого-то стрельну, а? Сегодня. Ну, я думаю, даже если он начнет лезть... Опа! Ну, ты его вряд ли шотнешь. Сзади. Обходит? С какой стороны? Не поняла. А, во, понятно. Моя попасть. С другой стороны. Блин! Она попала. Ладно, четвертый ранг. Даже нанесла дамагу. Это хорошо. Очень странно, что он не упал. Там прям вроде в него жало. В него и жало, и попало. И попали, и пожало. Так, все, мы сейчас будем четвером. Енота тут. Надеюсь, у тебя все загрузилось. Это такая пробежка на одном месте была очень для тебя смертельно опасной. Ты в лобби? А, выхожу, да, я в лобби уже. Сквад, мне нужен да. Твой ник. Кинул. Получила. Запаслась. И остался Андерсон, но он-то шел за кофе. Буквально сейчас, секундочку, он подойдет. Кто? Енот, ты тут? Нет, енот. Енотище! Проснись, пой. Ой, время роковать, да? Енотище! Так, его тоже позову. Не хочет он. Чё-то он не хочет он.
Чё там, жамкаешь конфетки, что ли? Нет, кексы с джемом из лесных ягод. Боже мой, эти сладкоежки. Если честно, я сладкое не люблю, очень-очень редко кушаю. Но они лежат дома, блин, жена купила. Блин, они такие вкусные, под чай оказались. Ох уж эти жены. Я, говорит, не ем, говорит, ну лежит, жена купила. Надо слопать. Правильно. Фигуру беречь жену надо. Да, то есть, чтобы она не ела, надо самому слопать, да? Потом будешь ходить с таким вот животечком таким, да? Зато жена вот так уся худюсяя, да? Без зубов животом, да? В смысле тебе не грозит? Тебе животик? У меня уже и живот, и зубов. Дёснами уже перемалываешь, да, я так понимаю. Со стула не поднимаешься. Поэтому и кексики, потому что их можно просто губами откусывать. Вот такой живот появится, будете знать. Мне это не грозит. У меня метаболизм высокий. Часто в туалет бегаешь? Енот? Нет. Енот, алло! Как говорится, не в коня корм. Вот так вот. Ну, что-то очень все странно. Енот, видимо, пропал с этими... С концами. Вот так, теперь семеро, так сказать, одного батьку ждут. Ребят, ну что за... Может, Катку давайте без него тогда придет? Я думаю, он не обидится. Тем более, что катки здесь могут быть очень быстрыми. Я вот боюсь, что ты мне сейчас покажешь, как лететь на аэроплане, и в итоге я просто-напросто упаду с высокой высоты и разобьюсь. И для меня катка закончится. Главное, прыгнула, открыла, и все, и W не нажимай. Просто налево-направо. То есть вперед не нажимай. Потому что когда нажимаешь вперед, он пикирует. Так, Ганс, давай счастливо, хорошего рабочего дня тебе. Киса вчера припал, хочешь расскажу, какой был? В еноте? О, фу, господи, в еноте в пупке? В еноте? Да. Какой? Играем вчера, значит, такие с Ваней. Ваня, ну, созваниваемся в Дискорде, Ваня такой говорит, все, идем нагибать, прыгаем в любое месиво и будем убивать, учи застрелять. Я, ладно, ок. В итоге я прыгаю на самое месиво, Ваня где-то вообще там, не знаю, пропал, блядь, бедный. Короче, нам надо вот туда. А там двое. Где оранжевая меточка? А, подожди, где оранжевая? Ну, я там. А, нет, я не там. Побегай. Тогда где красная меточка? Давай уж это. А, ну ладно, красная. Нет, она оранжевая. А та желтенькая. Это красный цвет, просто он очень тусклый. Тусклый красный, это и есть оранжевый. Тусклый, нет, оранжевый это красный плюс желтенький. И он бывает очень даже не тусклым. Чё? Ну чё, сейчас у нас здесь перестрелка будет, по ходу дела, ребят. Ну, трое, фиг его знает, там, скорее всего, склад. Два склада, может быть. А рядом, кстати, вон там Blue Peak Town, вообще пустой. Так, а я какой? Блин, а я к ним ближе всех. Так нечестно. Можно я это перепикну? Можешь убегать. Так, как-то очень... Ох, я как стою, интересно. Не на горе даже. Ну, у меня, по идее, глок. Правда, у Глока всего лишь 15 патрончиков. Опа! И это по мне. Осторожно. И это прям по мне. Ой, и это по мне. Блин, а чё он так быстро поднялся? Он же не успевал. Песок.
нет, желтать не стал. Ой, и не я одна сдохла, кстати. Заметьте. Мясо не удалось. О, кто-то кого-то убил. Дайте по спектаклю за другим. Это кто? Ай, патроны кончились. Давай зубами, зубами. Ну, если вы мой троп облутаете, ребят, то там как бы вон, чувак, раз, и справа. И вон, видишь, прям из ангара, из двери. Видел, видел, видел. Да, он бежит, тебя добивает. У тебя что, тоже пушки нет? Да, у меня тоже пушки не было. Блин, у меня было две пушки. Андерсон, если ну, меня залутаешь, возьмешь. Да я бы с радостью. Залечись, если есть чем. Ляг и залечись. Кстати, здесь очень клево летать именно на ледорубе. Ты летал здесь? Что за ледоруб? Это который с тропы? Да. Это который... Нет, здесь лучше, чем параплан, ничего нету просто. Не знаю, не знаю. Мне так классно кататься. Мы на форт прыгаем, из форта там долго такими быстрыми перелетами. В середину карты спокойно можно пролететь. Оба, 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 вон прям перед тобой. Ну как это. Как это отменить, блядь? Да никак можно было отойти, ты же не обязан стоять, это же тебе не пупка. Не мага, напиши, что деньги дают, так и поеду. Ну да. Енот, ты тут? Нет? Знаю. Ну, можно... Я не знаю, смотря если как я спать буду хотеть. Если не буду хотеть спать, то нет, тогда не собираюсь. Енот. Даниэля, по-любому тут ждут. Ой, киньте пать, я случайно ливнул. Кинула готовность. Ну, я как буду туда двигаться, я тебе позвоню. Могу, но я же задрот у тебя, поэтому я буду шпилить и буду не вспоминать о жене. Это он с женой, что ли? Жена тоже задротка, да? Да, я же должен дебашить пацанов. Мне не отменить. Не покупай больше кексы домой. Господи. Я, говорит, задрот, я еще жру. Сейчас буду большой, толстый, кругленький. Не слезать с этого с кресла. У тебя нормально все, ты успела? Вот. Ну, конечно. Так, не нуля, все, мне пора ебашить, сорян. Шесть. Я, говорит, жена, говорит, прости, мне нужно ебашить, я пошел. Так, там опять у нас люди. Один. Все, я тут. Все, уже никого нет. Айсмен. Мне понравилось, говорит, наш начальнику. Так, начальник, все, мне пора ебашить. Иди ты со своим. О, с нами русский. Мы КВ играли, короче. Все, ты решил, что он русский. У меня был рабочий день. 23 руса. Это я. Это он. А с нами Айсмен, который 10-24. Да, вот этот русский. Ну, значит, тоже Айсмен русский будет. Что за регион, не помню. Как челик такой говорит, а кто это пятый с нами? Я говорю, в смысле? Озер Плеерс. Вот этот Озер Плеерс. И чё он везде ставит точки, да? Ай, не могу. Он говорит, да это бот, он будет за нами бегать, там лут таскать нас, если общаться будет. О, как это мило. Чё, прям вот так поставить? Так, ангар, давай не подведи. Так, ну что ж, что у нас здесь есть? Только обвес. Блин, вот ты заговорил по поводу еды, теперь я есть хочу. А я сегодня только кофе попила с утречка, и все. Время уже 12:30.
Надо классно, а я вообще с вчерашних 7 вечера играю. Задрот. Да не, просто болею. И буду болеть. Да, понятно. Эмка нужна кому-то, ребят? Проснулся в 7 вечера. М4А1. Витя нужен, не? У нас енот сейчас по Вите страдает прям. Он вчера сел, он топчик сделал, убил всех, сел вертолет с одним Витей. И с тех пор у него... Вау. И с тех пор у него прям страсть к Вите. Не хотите? Ну ладно. Мое дело маленькое, только предложить. Давай, залезай! Ой ты, господи. Ой ты, господи. Не лезет никуда. Это плохо, когда не лезет никуда. Ну да, поплевать надо. Как минимум. А если ты не ел, у тебя слюнок-то нет? Вообще проблема. Так, калаш нужен кому-нибудь? У меня имеется. Слюнки имеется или калаш? И то, и другое. И это хорошо. Прям полноценный человек. Залезаем. Замечательно. Встали, побежали. Еще одна ямка. Я скоро пятерки буду попой жуть. Жуть. Активно жуть. Ну, я жду наверху. А теперь поясни, где этот верх. А вот на меня посмотри, и поймешь. Так, что мне здесь можно поставить? На Витю? Нафига она на Витю встала? Тина, вау. Вот так. Тут что? Ой, нужно, ребят, Ремингтон R700? Блин, я бы взял, ну, прицела нету, поэтому я лучше с Масенькой погоняю. Мне XX4, поэтому... А, ну тогда могу Масеньку отдать. Так, а ты у нас кто? Ты у нас третий. А. И тебе надо на ту эту большую бурбинку. Поехали. Так, как к тебе забраться? А там лестница есть прям. Подходи в упор, там лестница увидишь. Ой, что-то я перебрал с семерками 230 штук. Лесенка? В упор к ней подходи, к вышке, ты увидишь. Ну вот там я вот будет. Тут же сейчас. Да-да-да, все, и там лесенки, вверх. Андерсон, поднимайся. Ты, блин, где ты тут лесенки увидал? Не надо, иксовка. Нашла? Нет. В упор стою. Спуститься? Да, спустись. Если не трудно. Иди сюда. Так, с какой стороны ты? С той стороны, окей, вот. Бегу. Пушку убрала. Ты на стелсе бегаешь, да? Голенькая? Да. Ноги не мерзнут? Ой, блин, мне работу надо сделать, ребята, я до сих пор нет. Давай, где чё? А, блин, ты про эти лестницы? Лесенка, ну, да. Блин, я думала такая, которая вертикальная, знаешь, на F-ку нажимаешь, пошел кверху. Нет, тут все куда проще. Блин, у меня еще, кстати, нет даже шляпки. Я без шляпки сегодня. Ой, где-то здесь была шляпка. Так, а мы что, в зоне? Да. Как это хорошо.
миксовка. А я как нормальный человек. В дом только по лестнице. Нет, это я как нормальный. Че, дашь снайперку, я тебе вот такую ну, дам? Ну давай, давай, на. Патронов подсыплю. А чем он стреляет? Я тебе скину. Семерки? Да, на. Ну, у меня есть семерки, не надо. Я мало скинул. Ну ладно, если есть, то тогда окей. Так, единственное, у меня, конечно, величины магазина нет. Ох уж эти. Опа, кто? А, X4, а, вижу. Там же, там же. Хочу иксовку, блядь. Дайте мне иксовку. Так, ну если готово, то... Да? Вы летите, я тогда... Ай, у меня зависла игра, погоди. Погожу. Куда нам, давай. Ну что, такое тебе надо, посмотри, выкину. МК-12? Да хрен его знает на самом деле. Смотри, повторяй за мной. Ну... Эй, я сейчас упаду так. Аккуратно. Ип! Пока. Эх! Давай по второму кругу, я подожду. Слушай, а можно, можно какой-нибудь попроще вариант, а? Я терпеть ненавижу такие игры, где надо вот так прыгать приходится. Ладно, хорошо, давай попроще вариант. Отсюда? Смотри. Да. Разбегаешься? И все, главное W не жми. Так. И лети за мной. Прям за мной, за мной. Гору вот так эту облетаем. Уху! А если наверх хочу? Нельзя наверх? Погнали, погнали за мной. И все, и полетели. Я лечу! И 5 километров за одну катку. Вдоль дороги. Уху! Прям к грузу полетели. А где груз? Вон, впереди тебя. Не вижу. Блин, ну он впереди тебя, я вижу его, как он падает. Я не вижу. Слева тебя, тебя теперь, я так понимаю. Так, мы, ты к зоне летишь? Зачем нам к зоне? Да я не к зоне, я так летаю просто. Ну, как бы тут уже холоднеет слегка там. Я чувствую, как моя попочка. Груз. Вот, теперь груз уже упал. Че, летаем еще? А я не знаю, сколько я уже пролетела. А сколько я прилетела примерно? Где-то километр. Угу. Ну, может... Я пока летаю. Я, наверное, сяду вот сюда на домике, покемпирю. Груз. Так, вот здесь прям на горе стреляются. Да, я вижу. А он так может летать сколько угодно? Привет, гостя. Угу. То есть он сам не падает, да? Так нет у него этой механики, динамики. Нет, падает. Он по чуть-чуть снижается. Угу. Все, I believe I can fly. Улечу, сейчас я в попу мира. Не хочу я на дома, не хочу я на дома, не хочу на дома. Блин, на дома. О, в резиденцию енот, походу, я упала. Ну, я к тебе поближе лечу, но я не знаю, долечу или нет. Да не надо, я... Да-да-да, постреляй, постреляй. Прям рядом со мной стреляется. Ой-ой-ой, попадает. Не, я уже упала, гости, к сожалению. Как бы мне не хотелось... Откуда это, интересно, стреляют? С горы, да, я так понимаю? Не, я видел, откуда по мне стреляли. Вижу, Андерсон пролетает. Так, ну я в зоне, как ни странно, ребят. А первый у нас до сих пор там летает. А я без шапки, кстати говоря. И это меня
слегка так печалит. Ты выхилишься? Сел? Я, да. У меня еще два бинта и все. Пробую к тебе бежать. Нет, первый, по-моему, бегает, но он где-то, грубо говоря, но здесь пока меня, по крайней мере, здесь не обстреливали с этого дома, с этой резиденции. Может, мы на нее сами залезем? На резиденцию? Конечно. Ну, давай попытаемся. Не знаю, насколько это будет эффективно здесь. Витя, настало твое время. Вот еще один 700 ремен. Вау, доставка на дом. Надо что-нибудь такое, бинты или... У меня 5 бинтов, могу поделиться. Я думаю, мы найдем почему-нибудь. Хрен его знает, если здесь залутано, то вряд ли. Да, здесь залутано, потому что пушка лежит без патронов. Бинты могли не собирать. О, шапочка. Ну что, пусто? Угу. Печально. Внизу тоже все просмотрел? Да. Шустро, однако. Я на крышу полез. Да. О, оба! По мне стреляли. По тебе? Угу. Не пойму откуда. Не, по-моему, не с этой стороны, именно слева где-то. Из входа от резиденции в резиденцию. Но я могу ошибаться. Так, а ты где? Блин, я тебя потерял. Я на крыше. О, слушай, как ты на крышу залез? А вот со второго этажа там лесенка есть. Угу. Угу. Такой страшный. Может, с горы кто-то стрелял? Да, мне тоже кажется, что это в главных воротах было. Там Андерсон бегает, по идее. Что-то его не обстреливают. Ой, больно, да, тебе, дядя? Опа-на. О, кто стреляет? Ой, где стреляет? Сейчас я стреляю. Можешь мне пару бинтиков дать? А, ты не у меня, я понял. О боже мой. Я пытаюсь понять с лестницы, блин, на крышу. Как идиотка туда-сюда бегаю. О, баба. По ком стреляет? По Андерсону? А, вот, нашла лесенку. Оба, она и по мне, понятно, с крыши. Да. Ой, с горы. С горы. Да, с горы, здесь с горы. Здесь похилится. На этом, блин, самом. Бро, хил, плиз. Оба, она, по мне. Дайте, пожалуйста, этот... Откуда? Thank you, man. Цифры какие? На SE стоит. Два тела. На горе. Высоко? Да. На а метку? Нет, смотрите, наводите и Q нажимаете, и вот так. Я знаю, так. Метка. Там нет? Да, да, там. В тех местах. Ну, больше город беспокоит. Ребят, ну мы не в зоне. Мы рядышком прыгнем сейчас.
Поехали в зону, надо занять. Я дальше тебя пролетела. Ко мне, да? У меня дома нет. Ну и не ко мне. Это хорошо. Что мы занять хотим? Надо что-то высотку или дом какой-то. Вот дом, мне кажется, лучше занять. Какой дом? Дальний? Надо искать бинты, что-нибудь такое. О, это не бинты, нет. Тут нет бинтов? Нет. Хила ноль вообще. Да, у меня так же. Такой дом на троечку, но лучше, чем ничего. Костя, это вы? Да, это. Бьет? Да, это чтоб лучше видно было. Это чтобы не слышно было, когда ты будешь из него скакивать. Блин, домик вообще такой себе, но, блин, лучше тут нету варианта. О, иди сюда, я нашла тебе аптечку. В туалет иди. В туалет? Да. Пошли. Что-то. Мне нравится унитаз, да, главное, возле него большое окно. Сидите, смотрите, как я какаю, называется. Кто? Не я. Вот этим дом плох. О, вот, вижу. Рядом? Кто, где, скажите? Не на этом. На лестнице. Апнешь его? Да, да. Апнешь. По-моему, они рашат нас идут. Блин, мы еще не в зоне. Мы в зоне. Да, это все, это лаз-зона. А случаем нету ни у кого коллиматора какого-нибудь или голограф? Валялся здесь где-то в доме. Блин, рядом с нами. Блин, прям, ребят. Вертолет прям у них. Немножко рашить не имеет смысла. Валялся, да, говоришь, в доме? Да. Они побежали туда, в ту сторону. Значит, рядом с соседним домом, который я бы заходил, не могла поднять. Могу дать со своего, хочешь? У меня есть лишний. У меня есть лишний, есть лишний. А, ты лишний? Да, давай. На. Вот, беру. Ну, блин, у нас невыгодная позиция, вертушка, блин. Угу. Прям вот слишком, блин. Я ее не могу простреливать. Не простреливать, я могу в любой момент получить. Киса, зря пошла. Там типы как раз куда ты пошла. Ну ладно, пошли по соседу. Они где-то к империалу сели где-то. Да. На горе, скорее всего, где-то. Мне не нравится, что мы, блин, стоим прямо перед этим.
Я ж тебе одну находил аптеку, ты уже съел? Нет, я имею в виду, что... Нет, я еще ее не съел, я имею в виду, что аптек нет для того, чтобы сидеть потом. Ох, это что такое за... Кого-то она стрельнули. Говорит, одного нокнуло, а один меня нокнул. О, я вижу. Работай по нему. А я не вижу, нет, теперь он зашел. Блин, вы чё? Мои, бля, та-да-та-да. Ты был. Вижу. Ну, блин, ну... Граната, типа. Вторая граната. Да, меня уже. О, баба, ни хрена себе меня пронесло. А у меня гранат нет. Ха! Хилься. Да нечем мне хилиться. Он к тебе побежал. Он к тебе побежал за деревом стоит, за елку. За какой? Вниз. Вижу. Спрыгивать в небес. А. Ну я, блин, начал эту всю заваруху. Да я вроде поднялся, все, я вижу двоих, одного нокнул, а блин, сверху убили. Да, с хилом у нас вообще сосать был. Так, ребят, на минуточку отойду. У меня пока зависла Роя, сейчас выходит в лобби. Давай, нажмешь, как бы уже готово, я отошел. Так, господа, товарищи, я, наверное, сейчас прервусь, потому что надо пожевать, действительно надо пожевать. Я терпеть не вижу, когда это люди делают на стриме, поэтому я сейчас скажу всем спасибо, что вы зашли, что вы были. Гость, от тебя отдельное спасибо. Ты, как обычно, зашел к самому концу, но ничего страшного. И приятного мне аппетита, а вам приятного дня.